28 октября – пасмурный день ожидает гостей и жителей Берлина. Вечером возможен дождь, плюс 13. В Варшаве до 10 тепла, облачно, осадки в виде дождя. В Вильнюсе день обещает быть хмурым, во второй половине дня – небольшие дожди. Воздух прогреется до 6 градусов. В Минске плюс 4, утром солнечно, днем и вечером пасмурно, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге с утра и до самого вечера пасмурно и дождливо, 3 градуса выше 0. В Москве на протяжении дня пасмурно и на 1 градус теплее, плюс 2 в столице. В Калининграде 28 октября утром дымка, днем и вечером пасмурно. Также синоптики не исключают осадки в виде дождя. Температура воздуха днем 8 градусов со знаком плюс, ночью до 5 тепла. Ветер западный 9 метров в секунду, атмосферное давление существенно понижается. В выходные в Калининграде синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди. Воздух прогреется не более чем до 8 градусов выше 0. Хороших вам выходных!